Вот так называется песня. Можно огонечки зажигать, можно танцевать. Спасибо вам большое. Когда за праздничным столом мы собираемся все вместе, улыбки, поздравления, песни, бокалы пенятся вином. Но есть в застолье тост один, для женщин самый главный, за них единственных желанных. Давайте выпьем за мужчин, давайте выпьем за мужчин. На то есть тысяча причин, но что б мы делали без них, любимых, близких и родных. За ними в день и час любой, мы как за каменной стеной, без объяснения причин. Давайте выпьем за мужчин. Во все года, во все века, как поговорка, надежда и опора. Так что без лишних разговоров давайте выпьем за мужчин, давайте выпьем за мужчин. На то есть тысяча причин, ну что б мы делали без них, любимых, близких и родных. За ними в день и час любой, мы как за каменной стеной, без объяснения причин. Давайте выпьем за мужчин. Причин.